Далось старое. В четверг на центральной площади Нью-Йорка, Таймс-сквер, местные жители распрощались с плохими воспоминаниями уходящего года. С этим им помогла машинка для резки бумаги «Шреддер». Желающим поучаствовать в этой акции выдавали чистые листы, на которых люди записывали все негативные мысли о 2017 году. Очередь, как всегда, выстроилась немаленькая. Здесь можно избавиться и от вещей, связанных с неприятными моментами, о которых хочется забыть. Главное условие – они должны быть бумажные. Аппарат беспощадно уничтожал все отрицательные воспоминания один за другим. Я хочу избавиться от всего года, начать заново в 2018. Некоторые приносили сумки макулатуры, напоминающим им о неудачах. Участники уничтожали фотографии бывших любимых, счета, которые напоминают о лишних и ненужных тратах, штрафы за неправильную парковку, разнообразные печатные издания с неприятными новостями и многое, что просто может испортить настроение. Это был грустный год. Мои родители болели, часто вызывали скорую помощь. Надеюсь, я смогу забыть об этом и останусь только с приятными мыслями о том, как хорошо нам с папой. Даже туристы проявили желание участвовать в этой новогодней акции. Всю социал-демократическую партию Румынии. Ритуал уничтожения плохих воспоминаний проводится в Нью-Йорке уже 11-й год подряд.